Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, мы продолжаем проходить Mirror's Edge Catalyst. Ну что ж, в прошлой серии мы добрались до нашей хакерши, и она пообещала нам взломать чип очень быстро, если мы ее к чему-то там подключим. Не знаю, к какому-то серверу или типа того. Сейчас я бегу именно к нему и врезаюсь в зеркало. Это нормально. На здание ОКОМ залезть должно быть просто. Я отметила тебя на пульсе шлюз данных. Подключить к нему с помощью перчатки, и у меня будет управление. Какая-то она восторженная прям. Но это и хорошо, правильно? Если быть не в настроении, то ничего не получится. Привет, Ной. Фейт поможет мне перенаправить процессорную мощность в шлюзу УКОМ. Только так я смогу расшифровать носитель. Да, это было. Перенаправить шлюз достаточно? Ну, возможно, надо будет взломать узел. Возможно и точно. Это неоднозначный вопрос. Я испугалась, забыла, что у меня есть. Видимо, такая точно. Крутая штука. Они хорошо защищены, Фейт. Просто чтобы ты знала. Фейт, чтобы дойти до УКОМ, надо пересечь Тьюринг-авеню. Используй магнит. Я в здании УКОМ. Отлично. Шлюз данных там высоко. Так, ну хорошо. Я буду действовать максимально осторожно. Мне ну не что, хочется классик, ни с кем встречаться. Чем занимаешься? А что такое? Она занимается моими делами. Нашими. Лучше не надо. Ладно, извини. Рядом высокий офис W. О, мне кажется, у них были отношения. Они такие, чем занимаешься, как дела? Любезничают. Ну, а может, мне просто кажется. И что? А, я же могу сюда залезть. Фу ты, елки-палки. Ой, я думала, надо тебя ударить. Нет, извини, понял. Чувак, не хотела. Сорянь. А, у них есть лифт с доступом снаружи. Может, выведет наверх. Что значит может? Мне надо точно знать, а не может. Я готова. Время гениальности. Вломите здание алком. Огромная емкость. Не ожидала, что у Омниста такая техника. Чего ты не ожидала? Посмотри, какие здания они построили. Все чем. Конечно. Я видел, что он иностранный, но он не стат. Видать, что-то важное, раз аж в город зеркал послали агентов. Возможно, поэтому Крюгер всяко повышали охрану. У них трафик в сети вырос в 10 раз. Да, вряд ли Габриэль Крюгер обрадовался, когда обнаружил агентов Амнистат прямо в центре своего королевства. Что значит королевство? Выглядит как пакет король? Яровой, честное слово. Да нет, типа, я... Какие-то данные я... там хранятся, очень большой объем, кто-то куда-то влез. Я не буду развать вылетату, ненавижу эти темы, потому что... Генри? Опа! Значок! Правда, наверное, ничего не значит, но... И правильно. Я поговорю кое с кем в правлении, но ничего не гарантирую. Моя позиция уже не так сильна, и твои недавние причуды ее не то чтобы очень укрепили. Это хорошо, но... Что я должна сделать-то? Я не догоняю вообще. А, нет, здесь-то я не залезу, понятно, надо... Ты подпрыгни, чего ты? Фейт! Сюда. Вот так-то. Сюда нельзя! Боюсь, боюсь. Я нашла шлюз данных. Подключаюсь. Начинаем. Черт. Что? 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 Надо и приоритет переключить. Ближайший переключатель в нескольких этажах вниз. Фейт, диспетчеры Крюгерсек говорят о происшествии в здании Волков. Видимо, о тебе. Что значит «видимо»? Конечно, о ней. Я просто говорю, пусть не задерживается. Чего вы? Занервничала чуточек. Курок! Нарушитель! Центр! Давайте!
так резко, нервно. Ух. Перенервничала. Чуточек. Так много значков. Что-то надо было сделать не то. Что-то я сегодня какая-то не в концентрации, по-моему. Честное слово, не хотела так поступить. Все верно? Ага. Все верно. Так. Ну что ты? Ну вот что ты делаешь? Ты... Да вы офигели. Ну почему ты не делаешь кувырок? Чего ты за... Я тебя прикрываю! Нарушитель! Как работает с нарушителем? Пипец, это очень сложно. Ну, может, я просто очень плохо играю, но это очень сложно. Я тебя запинаю сейчас до смерти, понятно? Брось, я не хочу тебя бить. Блин, он меня так отталкивает, понятно. Значит, надо вот так бить как-то. К атаке готов! Нихера ты не готов. Чё ты говоришь-то? Чё ты врёшь-то всем? Я хочу отсюда уйти. Да вы смеетесь. Пора отрабатывать бат... Может понадобиться помощь. Страшно мне. Вижу и... Все, комната открыта, я закончила. Тебе надо идти к узлу. Я был прав. Я не говорила, что не прав. Я думала, что с тобой... Ой, я не хочу с вами драться. Все, не хочу, не хочу, не хочу. Плохо было, плохо, плохо, стыдно и плохо. Срочно уходи. Блин, я что-то аж прям занервничала. Я вышла. Отлично. Узел недалеко от тебя. Было очень плохо. Было очень стыдно, очень плохо, но я как старалась, дралась, честно. Ну что такое? Что сегодня за невезение, а? Не знаю, очень сложно с ними драться. Это надо прям концентрироваться как-то. Я не видела, что там дырка. Ну и что? Сеть состоит из узлов. Все данные в каскаде проходят и фильтруются через них уколом. Ага. Я давно хотела подключиться к такому, но не знала, как это сделать, не заходя туда.
и сделает в итоге через них. Свои пульсы к сети. Говорят, там много полезной информации. А ты тогда умной? Да, но они с тех пор много раз обновлялись, и я потерял связь. Так. Ой. Что-то сегодня, конечно, не в концентрации. Ну и что? Правильно? Ну и что? Ну и ничего. Давайте не будем с людьми с этим встречаться, мало ли чего. Я вижу сеть, но не вижу, кто это. Явно мастер. Ух ты. Круче тебя, я думала, ты самая крутая. Игрушка. Теперь они отключают автоматические системы ЧС. Это Амстад. Нет, это откуда-то из города. Полагаю, со временем выясним. Клёво. Какая-то группировка, похожая на нас. Постарайся добраться за вентилятором. Но не бегу. ДЦКУ на вершине. Какой-то вот что там они делают. Берегись датчиков. Не знаю. ДЦКУ... Как-то они, по-моему, посильнее, чем мы будем. И поопаснее в то же время. А, я по ней могу залезть. Вот этого я вообще не ожидал. Я думаю, что такое? Почему не получается? Опа, здрасте, датчики какие-то. ДЦКУ на вершине. Избегай датчиков. Если, конечно, не хочешь драться с Крыгерсек. Вдруг ты хочешь? Заткнись, Кума! Ной, а Айкар подключался к узлу? Насколько знаю, нет. Если доберешься, спросишь. Угу. Лучше доберись, а не то... А то что? Она далеко от тебя, вообще в другом здании. Пластик, я... Неважно. Береги себя, Фейт. Я стараюсь. Так, давайте все делать по науке. Все по науке. Хорошо. Мы там встречаться ни с какими дядьками не хотим. Конечно же, не хотим. Нафига нам это надо? Мы уже подрались, мне не понравилось. Оп, хорошо. Куда еще-то выше? Ну, вроде пока у нас все хорошо. Вначале было не очень, но уже нормально. Я вроде не задеваю датчики, нет? Они же начнут злостно пиликать, правильно? Я, кажется, что-то не так делаю. Мне, походу, вот сюда. Ага. Вот сюда, наверх, нет? Ну да, ого. Оп, нормально, не разбились. Так. Ух, нервно, нервно. Ну сколько можно добежать-то уже? Я же уже все, уже наверху, нет? А, почти. Отлично. Ху! Я тут. Так, и давайте аккуратно. Как по лестнице? Как по лестнице? Она стоком не шибанет? Должна шибануть, нет? А то это все выглядит малость неправдоподобно. Ну да ладно. Это кого-то разве должно волновать? Кто-то краску разлил. Или какой-то дизайнер решил, что это будет крутое дизайнерское решение. Хотя это неправда. Ой. Ой! Много стекол. Эх, а в Mirror's Edge можно было разбивать. Кажется, все. На месте. Подключаюсь. Готово. И все? А ты чего ждала? Можешь уходить. Там рядом служебный лифт. Все так просто. Ладно, тогда в лифт и домой. Все. Классно. Покидусики. Я в лифте. Спускаюсь вниз. Я горжусь тобой, Фейт. Ты молодец. А как же я? Эх. Это я все делала. В смысле, я бежала, я дралась. Не надо тут вообще на себя одеяло перетягивать. Наглая женщина. Ну хотя ладно, она правда много сделала. Но все-таки. Не знаю,
Так, кувырочек. Ну, кувырочек, ну ты чего, Фейт? Она иногда меня реально не слушается. Вот прям реально. Иногда такое ощущение, что мы с ней не одна команда. Я, это ты, видишь, нарисовалась? Не зря нарисовала. Там что-то завалилось. По-моему, так не должно было быть, нет? Вау. Я вижу. Это торговый центр игрушка рванул. Торговый центр? Черт. Крюкерсек из-за взрыва землю рыть будет. Фейт, тебе надо уйти и временно затаиться. Пусть сюда идет. Кому не против. Спасибо, пластик. Большое спасибо. Пока все не уляжу. Оп! Я типа совсем ненормальная, да? Нет, ну а чё, пригодится. Отвалите. Мне некогда, я занята. Да чё ты не кувыркаешься-то, Фейт? Она не кувыркается. Я вообще не понимаю, с чем это связано. Не хочет кувырки делать. Вообще не понимаю, почему. Просто реально в упор меня не слушает. Отстаньте, не бейте! Концентрации нет, меня нельзя бить, я вообще просто тут. Эх, давай быстрее. Давай, Фейт, нам подстрелили ногу, но ничего, мы дойдем. Я надеюсь. Опять, вообще неприятно, да? Говно какое-то. Если бы она еще кувырки делала, когда надо, то тогда вообще проблем бы не было. Да иди тебя катить, да, ты чё? Я близко, 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 не нервничайте, не нервничайте. Фу, слушай, было стрёмно вообще-то. Я расшифровала. Да, и что там? Там вся схема отражения. Всё! И оно слишком сложное, чтобы быть просто надстройкой к профилю. Ясно. Можешь Ноя вызвать? Могу. Пластик и Фейт. Рад вас видеть. Что у вас? Пластик расшифровала носитель. Там полный чертеж отражения. Можно, мне так интересно. А мне было неприятно получать пули в зад. Все, да, можно уходить. Опа, очки какие-то. Что у нас там интересного? Пробел, левый контур. Ну, я вряд ли это запомню. Пробел, левый контур. Надо будет попробовать. По идее, все не так сложно. Эти комбинации достаточно простые. Но просто они все на сочетании клавиш на одних и тех же. Поэтому... Вот опять она не сделала кувырок. Кое-кто винит бегущих. Но зачем вам взрывать игрушку? Вот именно, пластик. Ты понимаешь? Разумеется, понимаю. Угу. Понимает она. А я не понимаю, почему мы не кувыркаемся, м? Ты подвергаешь нас опасности, Фейт, тем, что не кувыркаешься. Во!
детка, надо меньше косметики пользоваться, понимаешь? Оу! Я поняла, что это. Нажать на главное, на Ctrl надо. Самое лучшее время. Оп, докопили концентрацию до максимума. Значит, все. Нам никто не отделал. Я могу всех уделать. Но тут никого нет. Я бегу очень... Ой, я тут уже все взломала. Черт. Не, на лестнице потеряли всю концентрацию. Ну и ладно. Главное, за нами никто не гонится. А то мне спасибо хватило. Было что-то совсем неприятно. Даже прям больно, если честно. Так. Давай-ка. Подожди одну минуту. Не спеши. Ух ты! Ух ты! Все получилось отлично. Смотрите, как я круто бегу. Ну прям про, да? Но это ненадолго. Сейчас опять какая-нибудь опасная ситуация. И все будет плохо. Не знаю почему. Во время опасных ситуаций... Я веду себя очень странно в игре. Я начинаю тупить и забываю, что нужно делать. Так. Что-то вы тут просто все сидите. Такое ощущение, что я одна здесь работаю. Все остальные что-то сидят постоянно, ничего не делают. Алло, перестаньте. Так. Добрый день. Все это происходит из-за тебя. Это ты начала. А ты меньше о себе думай, Ной. Ты такое вообще несешь? А про игрушку у меня просто слов нет. Наше дело правое, да? Психопатка ты, Ребекка, и всегда ею была. Я так скажу. Я бы тебя послушала, но если бы у тебя хоть иногда была своя позиция... Вот, дай знать, когда одумаешься. Конечно, если успеешь раньше, чем тебя Крюгер найдет. Фейд, ты выросла. Только вышла из тюрьмы, а уже дело натворила. Родители погордились. Они говорили про Элизий. Про то, что ты там украла. Оу. Сейчас опять нагоней получим. Ребекка Тейн. Главарь Черного Ноября? Она знала моих родителей. Да, мы все были заодно раньше. В общем, Ребекка, она всегда выделялась. Верит, что изменит мир, разбив его вдребезги. Хейт. Это она взорвала? Нужен был носитель амнистат. С чертежом. Так может отдать? Да, она считает так же опасно, как Габриэль Крюгер. Отражение вещь посерьезнее, чем говорит конгломерат. И этой женщине его лучше не давать. А я хотела отдать его Догану. Хорошо, я тебя научил, да? Быть нейтральной. Я не нейтральна. Я за нас. Пока. Фейд. Что? Mm-hmm. Да ничего. Увидимся. Окей. Так это та баба, что ли, взорвала? Я не поняла. А зачем? Потому что тут на карте опять у нас отмечено. Давайте пробежимся и посмотрим. Бегущая. Да не хочу я что-то с своей работы ко мне пристала. Не буду я с тобой работать. Отстань. А ты опять про деньги? И где? Эх, ничего не меняется в этом мире. Так. Бах, мне куда? Блин, какая же крутая эта штука, а? Безумно мне нравится все-таки вот это вот. Чау! Пускание. Нормально. Остановитесь. Идет Ксения. Оп. Ну, вроде все нормально. Вроде как бы я уже более-менее разыгралась. А то было вообще жалкое зрелище в начале трансляции, хотел сказать, в начале серии. Так. Ну, пути одни и те же, в принципе. Сейчас пойдем побазарим с Доганом. Я ему должна бабла, и надеюсь, сейчас он перестанет меня доставать. И в том числе его девка тоже. Она прям очень сильно меня раздражает. Доган ждет деньги, Доган ждет деньги. Ну что, подождет чуть-чуть? Я потаюсь. Я же не могу их достать просто так из ниоткуда. Что эти? Кто эти вообще? Нусики, гасики, давай-ка поговорим. Ух ты. Не надо. Пропусти.
Фейт, какая приятная неожиданность. Прости, нужно было прийти раньше. Что ты, ничего страшного. Ты ведь ничего не должна. Я вот как раз, у меня кое-что есть в оплату долга. Перестань. Мы 2 года не виделись, и при встрече сразу о долгах. Проходи. Ну да, нет? Я думала, тебе очень... Машины готовят безупречно. Но совершенство — это скучно. Настоящая уникальность скрывается в изъянах. Поэтому я люблю иногда привнести что-то свое. Небольшой изъян. Он еще у тебя? Я думала... Что я его выброшу? Я хотел. Ты меня очень разозлила, Фейт. Я бы даже сказал, ты в этом мастер. Вспомнить хотя бы, какой урон ты нанесла мистеру Крюгеру. Он жаждет крови бегущих. Ты явно украла у него что-то очень ценное. Чертеж отражения. А, он у тебя с собой? Сейчас нет. Когда будет, тогда и обсудим твой долг. А сейчас разберемся с чужими долгами, если ты не против. А Нанси запоздали с платежами. Кому-то недостает небольшого изъяна. Ясно, поняла. Что нужно делать? Отправляйся к центру Ананси. Я все расскажу по пути. Окей. А он не такой злой, как бы, как я думала. Я там думала, барон сидит с сигарой, вокруг него женщина. Он такой, ты меня подвела, Фейт. А на самом деле нет. Магнитный трос, так мы уже же его прокачали, нет? Это поможет тебе забраться на Ананси. Мне уже дали эту штуку, о чем ты? А, или это не то же самое, я не понимаю. Ну хорошо. Ух ты. Что это такое-то? Ну ладно, не буду. У меня есть кое-что для Ананси. Я тебе расскажу, когда дойдешь до башни. Хорошо. Я смотрю, тебя чем-то насолил. Точнее, ну, понятно, чем насолил. Деньги не отдал. Облюдок. А что с моим долгом? Долгом пока неизвестно. Я ему должна долги за то, что он меня вырастил? Или что? Я не понимаю. Надо нам будет обменяться новостями, Фейт. Возможно, стоит поужинать, когда уладим нашу сделку. Да, поужинать. Я приготовлю что-нибудь особенное. Поужинать? А как нынче серьезно? Дела новые? Я думаю, все еще так себе. Прямо как у сотрудника. Ау. Это общий канал, Доган. Не знаю. Значит, снова даешь ей свои поручения. Она продемонстрирует Ананси, что значит не платить долги. Я так поняла, что... Они друг друга не очень-то любят, но... А как насчет нашего предмета? Его в уплату вполне достаточно. Я изучу потенциальную ценность твоего предложения. Но все по порядку. Фейт, не забывай. Доган думает о своей выгоде. О, зачем ты так, Ной? Ну не правда же? Чем это вы друг другу так насолили, ребятки? Интересно. Как бы... Ной побаивается Догана. Я так поняла. И ты овца, блин. Я думала, она только там любит стоять, зависать. А она, смотрите, по всему городу тупо стоит и зависает. Бесполезная женщина. Опачки, ну возьми. Ну сделай. Ну давай. Ну же. Кради чип. Нам это все понадобится. Так, ну. Господи, я думала, она повсюду, это не она. Так, еще чип. Я не знаю, зачем я ее беру, я уже говорила. Ты пробовала телятину? Телятину? Большинство из медкастов всю жизнь проживает, не попробовав этого мяса. Ты вегетарианка. Я готовлю отличное ризотто. Ты вообще странно. Я жду на днях партию из Каскадия Прайм. А тебе я не приглашаю, Ной.
пообедаю с Габриэлем Крюгером. А-а-а! Господи. Я думаю, что ты хочешь от меня? Все понятно. Признаю, отражение меня интригует. Скоро дойду, Доган. Отлично. На вершине отсоедини виброгаситель. И мы в расчете. Пока что. Вибры что? Огромный противовес, защищающий здание от землетрясений и ураганов. Mm-hmm. Но не от меня. Он будет нашим орудием разрушения. Mm-hmm. Ананси, правда это заслужили? Ты передумала, Фейт? Ананси не то чтобы воины света. Каждый день рабкастовые умирают на заводах в серых землях. Mm-hmm. Производят зубочистки и подгузники для городской медкасты. Сделай это, если не для меня, так хоть для них. Ну, что-то все это мне не очень-то нравится. Ну да ладно. Так. Как залезть-то? Куда залезть-то? Какой-то проходик бы. Пылесосик. Я включу. На всякий случай. Хотя я, в принципе, так бы, наверное, добежал, но... Что я должна была сделать? Мне показываешь какие-то миллиард путей, я вообще не понимаю, что ты хочешь от меня. Так. Я вообще в ту сторону. А, ну да, все в ту. Все, все нормально, все нормально. Я испугалась. Тю! Как-то все это. Что-то Доган вроде бы мне много сделал, как бы, да? Но при этом он какой-то опасный. Мы его все боимся, как я понимаю. Я еще не очень поняла, что за Доган, кто он такой. Я думаю, мы все это выясним. Так. Ну уже. Прыжок. Как клево, да? Я вообще прям профессионал. Угу. Зачем я ты присел? Этот противогаситель нанесет большой ущерб. Ты полагаешь правильно. А как же сотрудники? А что сотрудники? А что сотрудники? В смысле? Я и думала. Я их эвакуирую, Доган. Пожарная тревога должна помочь. Как хочешь. Если вежливо попросишь, я думаю, они сразу выйдут. Господи, я думала, я застряла. Серьезно, ему было все равно, что мы тут людей всех взорвем. Да ты что, ненормально, что ли? Тут, ну, не взорвем, ну. По-моему, ты перебарщиваешь, Доган. Вот прям самую малость. Реально. Это как-то. Мне не очень нравится, какой он. Этот чувак слишком злой. И безжалостный. Как будто ему вообще на все плевать. Типа, человек, люди же остальные не виноваты, что там кто-то тебе денег должен. Почему ты себя так ведешь, что ли? Так, ну ладно. Что у нас, какой план пожарную сигнализацию, да, врубить? Типа, это должно помочь? Давайте врубим. А, мы хотим, в смысле, тряхануть его здание. Все понятно, я просто чуть никак не понимаю. Так. Жмякай. Ну все. Теперь-то хорошо все, да? Отлично. Пожар, все, срочная эвакуация, правильно. Мне кажется, если бы мы не подумали об этом, ему бы вообще было все равно, да? Крюгер сильно вложился в отражение, как и Силвайн с Элизием. Разумеется, где есть интрига, там есть и близнецы Маус. А? Я отправил наших сыщиков к нескольким деловым партнерам. Через пару дней должны быть отчеты. Хочу оставить этот досадный эпизод позади. Mm-hmm. Фейт, не обязательно это делать. Чертежа в уплату более чем достаточно. Чертеж не стоит ничего пока. А. Я его не получу. Б. Я его не продам. Все в порядке, Ной. Я не против.
и все сотрудники. Почему? Я не понимаю. Если что-нибудь с ней случится, Доган, ты будешь в ярости, не сомневаюсь. Мы с тобой уже это обсуждали. Я должна была это сделать, блин, это было очень круто. Аж прям стрёмно стало, да? Если бы я боялась. Нет, я боюсь высоты. Хотела сказать, если бы я боялась высоты, мне было бы очень страшно, а я и так ее боюсь. Я на вершине. Где этот вибродушитель? Должен быть прямо перед тобой. Этот? Почему ты не сказал, что это огромный маятник? Потому что все нужно называть правильно. Тебе надо его сместить. Там должны быть три опорных захвата. Раскрой их. Окей. А я сама-то не пострадаю от этого? Ну, это так, к вопросу. Мне очень интересно, я бы не хотела пострадать. Ты ведь не отправила меня на задание, от которого я могу пострадать. Верно? Я тебе вроде как дорога, Доган. Нервничаю самую малость. Где переключатель этот вот грёбаный? Где он? Ага. Так. А здание со мной вместе не развалится? Не понимаю, зачем эти трубы, как бы я и без них хоть могу нормально пробегать, не теряя концентрации. Странно. Ладно, не важно. Все? А сваливать как? Нифига себе, да, месть за неуплаченный долг? Ну, с Доганом лучше не связываться. С Доганом лучше не связываться. Не связываться. О, эта штука все здание пробила. Я не... Как и задумано. Амансе от этого не скоро оправится. Если вообще оправится. Ты что, хорошо, ну? Хорошо, что ты вывела сотрудников, Фейд. Мне не безразличны другие, но это наш не общий милый недостаток. Периодически. Что? Да как же так-то? Тебе что, не все равно, что ли? Кюгерсек наверняка сейчас посылает людей разобраться с этим инцидентом. Ну что это такое? Было сейчас, а? Я не хочу ни с какими Крюгерсеками видеться. Честное слово. Потрясающе. А теперь что? Еще вниз? Пипец, мы все здание взломали. Мы просто чудище. Хотя, в принципе, мы это делали не специально. Но получилось-то не прикольно ни разу вообще-то. Идите катить, да? Нехорошо было это, нехорошо. Ну, подумаешь, долг не заплатил. Ну, зачем разламывать-то целое здание? Давай. И на мой любимый тросик. Ю-ху! Я его реально больше всех обожаю. Я сообщу тебе насчет чертежа. И тогда, возможно, мы обсудим, как тебе получить рисунок. Ах, ну ладно. Посмотрим мы уже с вами в следующей серии. Ну, а с вами была Элисон Роуз. Это был Mirror's Edge Catalyst. Увидимся в следующей серии. Пока!